Бум! Ага, посрались, столько новостей. Где я так долго был? Менял обои. Теперь их нет, зато есть новости. А если есть новости, значит есть фриворд. 3-0. Погнали. Короче, киргизские чиновники пожаловались на низкую зарплату. Не мне, а вообще пожаловались. 140 тысяч! Это для них мало. Вот у кого из вас, кто сейчас меня смотрит, зарплата 140 тысяч тенге? Да не пи***. И у тебя меньше. А если реально больше, то поздравляю, ты круче, чем киргизский чиновник. Мне вообще платят по доллару за один выпуск. Целый доллар. Это он. Какой красивый. Ну-ка, шляпу сними, это же целый доллар. Итак, почему у этих киргизских чиновников такая зарплата? Ну, во-первых, они киргизские. Во-вторых, они не казахские. Все, хотите большую зарплату, станьте чиновником в Казахстане. Нет. Ну, блять, вы же слуги народа. Какого хера слуги стали зарабатывать больше, чем хозяева? В общем, мораль. Просто работать нужно по специальности. Нихуя не понял. Ну, очень интересно.